Выходные порадуют белорусов солнечной и сухой погодой. В субботу днем столбик термометра максимально покажет 18. Ночью минимально будет 7 с плюсом. Подует северо-западный ветер. Порывы достигнут 8 метров в секунду. Ожидается туман. В воскресенье ясная погода сохранится. Уже на неделе жители оценили календарную смену сезона. Однако синоптики уверяют, это еще не предел. К дождям и сильному ветру подключатся ночные заморозки. В понедельник до -2. В Индии за сутки погибли 42 человека. Всему виной удары молнии и сильные дожди. Ненастная погода не на шутку разгулялась в штатах Бихар и Уттар-Прадеш. Власти страны заявили, большая часть жертв – сельскохозяйственные работники. В момент обрушения грома они трудились на полях. На юго-западе США, которую неделю подряд фиксируют тысячи найденных перелетных птиц без признаков жизни. Предполагаемые причины гибели мигрирующих видов – лесные пожары и климатический кризис. Эксперты отмечают, при таких условиях птицы истощены, мышечная масса и жировые запасы снижены до минимума. В субботу в Бобруйске будет ясная сухая погода. Солнце временами спрячет облака. О себе будет напоминать умеренный ветер северо-запада. Температура днем достигнет отметки в 17 градусов. Ночью будет 10 тепла. Осенняя погода сохранится и в воскресенье. В светлое время суток воздух прогреется до 15 градусов. С наступлением темноты шкала термометра покажет 11 выше нуля. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.